зрения. Так точно, командир. Готовь! Этот пришелец похож на других летающих тварей. Но броня и оружие у него явно помощнее. Похоже, это улучшенный образец. Поддадим жару. Нулевой. На тебе! Выхожу на точку. Есть контакт. Я их уничтожу. Системы в порядке. Понял. Выдвигаюсь. Боеприпасы на исходе. Ясно. Направляюсь на точку. Подсадим жару.
врагом! Под огнем. Сняла его. Двигаюсь к цели. Вижу инопланетный материал. Мимо. Есть! Выполняю! Черт, промахнулся! Скоро понадобится выведение с боев. Цель захвачена. Снова в строю. Двигаюсь на позицию. Ясно. Начинаю движение. Готова к бою. Разберемся. Я пошла. Я в порядке. Уже иду. Thank you.
Шеф, операция прошла успешно. Все остались живы. Ничто так не укрепляет боевой дух, как хорошие вести. Мы могли бы использовать эти технологии не только как оружие, если бы чужие пришли с миром.
экзоскелет костюма поможет бойцам брать с собой куда больше боеприпасов. Кроме того, новые костюмы неплохо защищают от воздействия природных сил, например, от огня. Готовимся к высадке, штурм-1. Вот скелетный ключ. Что-то вроде отмычки, которая пропустит вас на базу чужих. Права на ошибку у нас нет, надо делать все сразу и как следует.
Что они делают с людьми? Надо будет взорвать это место к чертовой матери. Продолжаем движение. Противника мы пока не видим, но расслабляться не стоит. Похоже, пришельцы готовы оказать сопротивление и уже сейчас стягивают отряды. Перехожу на другую позицию. Ну, похоже, мы нашли, куда они забирают похищенных. Но зачем им нужны люди, все равно не ясно. Выдвигаюсь. Слушаюсь. Выхожу. Лечу туда. Есть, выполняю. Вижу противника. Держится. Моя позиция под огнем. Я пошла. Я пошел. Ясно. Thank you.
Приказ поняла. Цель повреждений не получила. Мимо. Противник не задет. Броня не повреждена. Я по-прежнему в строю. Выдвигаюсь. Черт! Промахнулась!